наверное, уже замечали, что когда я говорю частенько, то, что я говорю, как бы происходит вперед того, что происходит на экране. Похоже, когда файл достигает 4 гигабайта, запись перезапускается, и в этот момент, наверное, фризит. С этим делом завязывать. Пока народу на сервере практически нет, это не так страшно. Но вообще, во время такого приза меня и подстрелить могут. Во-первых, у меня к ней патронов практически нет. Во-вторых, у меня прицел все-таки на этой комбе удобный.
для бизонов, сколько патронов везде валяется. Было бы неплохо бизон найти. Для ВСС тоже не редкость. С подстволом. В общем, мне нравится этот ствол. То, что у него прицельная рамка гранатомета подствольного мешает нормально целиться. Настойчиво мне попадаются. Так, теперь доедем до диспетчерской вышки, там обычно спавнится какая-нибудь закрылая техника. Ползла машина в камень. Движок.
Джамп мне нужен. Черт, вот фриза. Ты чё их тут так до хрена? Здесь прятаться бесполезно. Бежим в полный рост. Стёбла еще более-менее, парочка колес бы не помешала.
кстати, тут газаром случайно нету? Забор. Патронный магазин для ВСС-ки. Это круто. Я за ним еще вернусь. Я машину сейчас угроблю. Да, движок повредил. Черт побери. Да, это немножко. Так, здесь что-то еще заспавнилось.
60-патронный магазин, а тут мне 20-патронный попался. Мне надо бы мясо поджарить. И на этом, наверное, сегодня будет все. Thank you.
забью на первое ответвление. Обязательно пошмонаю, когда будет время. Автобус. Ваня не сейф компот. С техники я здесь не останусь. Даже если это уходит, будет, конечно, обидно, но... Пешком мне ходить все равно не придется.
себя. Я чуть в пропасть не влетел. Камень понравился не только мне. В каком он состоянии? А, без колеса. Да без двух. А, может он здесь прямо спавнится? Или специально расстреляли, чтобы не знали. У него все колеса убитые. Нифига! Вау! Бинго! Хе-хе-хе, блядь! Ой, извиняюсь. Так. С голоприцелом, да? Еще одни антибиотики. Пускай будут, в принципе. Так. Правда, патронов нету, это хрень. Блин. Хреново. Блин, а? Сейчас все забираю, блин, дальше еду. Чей-то склад. Итак, а, я еще мясо даже не пожарил. Сейчас будет потихоньку все. Перетаскивать будет так же потихоньку, будет торопливаться. Thank you.
74, что я могу им оставить. Черт, это что это еще за фигня? Не, я сейчас вернусь по любасу. Теперь рестарт. Это лапшу винтики, да, вперед. Ужаляющие. Давай тоже вперед. Вот. Практически все. Что мы тут имеем? Солпа, да? Так, проверить, на всякий случай, вдруг у них что-нибудь есть. Чем мы пока вооружимся? К этому у нас патронов нет ничего, только этим опять же. Так, возьмем еще одну канистру в карман. А нет, мне сейчас надо мясо пожарить. Если так, да? Прыжок побережье. О!
сделал одну ошибку. Я не проверил вокруг камня. Может, там не одна машина, может, там и палатки есть. Ё-моё. Я этого так не оставлю. Ничего нет.
Приступим. Что стоит собрать с собой? Хорошая пушка. Ну, без патронов, сволочь. Абсолютно. Ну как я буду без патронов? Не, так не пойдет. Вот рестарт через 10 минут. Здесь бензобак. Попробовать. Вдруг мне нужен ремонт. Надо ремонтировать, не надо. Ну ладно. Пусть лежит тогда. Пойдем перекусим. Без патронов это не пушка. Кстати, а чё вот это за пушка? Дай мне посмотрю. Это типа АК, да? Получается, почему-то одиночным стреляет. А, типа АКМ, по-моему, да? Знаете, китайский вариант какой-нибудь. Пистолетный слот. Здесь мы
с водой. Воды бы побольше. Насчет чего? Насчет мяса. Давай положим сюда. Нет. О, вот, вот что мне не нужно. Это точно. И все. Рестарт через 5 минут. Ну все, пока. До новых встреч.